часть милиции не столько служила Родине, сколько саботировала процесс. К сожалению, это факт, и этот факт нуждается в моей реакции. Я думаю, что значительно большая часть, чем 30% милиции в Харькове будет, уйдет и будет признана другая милиция. Но я хочу также сказать, что и позавчера, и вчера была и другая милиция, и в том числе Беркут, который участвовал в самой антитеррористической операции, которые проявили себя как настоящие патриоты, которые готовы служить людям. Поэтому я бы здесь не равнял всех одной гребенкой, а внимательно смотрел. Этот процесс трудный, мы его будем проводить.